Добрый вечер! Сегодня пятый концерт по абонементу номер 2 к 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Ариоза Иоланты из оперы «Иоланта» исполняют Академический симфонический оркестр Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича, дирижер, народный артист России, дважды лауреат национальной премии «Золотая маска», главный дирижер Московского музыкального театра «Геликон-опера», профессор Московской консерватории Владимир Понькин, солистка, заслуженная артистка России, солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Марина Карпеченко. Оперы «Пиковая дама». Откуда эти слезы? Уж полночь близится.
Интродукция к опере «Пиковая дама». Дирижер Владимир Понькин. Два ариоза Кумы из оперы «Чародейка».
глянуть с нижнего, где же ты, мой желанный?
роза Натальи почудились мне будто голоса из оперы «Опричник». Антракт.